Бегемот, о котором говорится в книге Иов, также известен как гиппопотам. Взрослый бегемот достигает в длину от 4 до 5 метров и может весить более 3,5 тонн. Кости бегемота, особенно его позвоночник, образуют крепкий, жесткий каркас. А ребра и толстая кожа служат ему защитой, когда он плывет по рекам с каменистым дном. Но нам не надо ходить к бегемоту, чтобы понять, насколько крепки кости. Кости – поистине инженерное чудо. Они есть у многих живых организмов. Ученые говорят, что наши кости сконструированы точно по такому же принципу, что и железобетон. Стальные прутья в железобетоне обеспечивают ему прочность на растяжение, а цемент, песок и щебень на сжатие. Если говорить о прочности на сжатие, то в этом кость превосходит любой железобетон. У костей есть и другие преимущества перед бетоном. Кости реагируют на гормоны, благодаря чему они растут, развиваются и даже могут самовосстанавливаться. Еще кости, как и мышцы, постепенно становятся крепче по мере того, как нагрузка на них растет.